У нас сегодня 2 мая. Выпускаем лошадей первый раз. У нас еще лошади в другом месте. Там выпустили. Сегодня своих выпускаем. Посмотрим, а сразу никуда не бегут даже. Трава плохая. Натянули мы электроизгородь. Вот такой электропастух у нас на солнечных батареях. Видишь, а ты говоришь, побегут они. Куда они побегут? Да тогда же сразу. Они... Им уже надоело, да все на него есть. Хороший конь. Понаблюдать надо, чтобы подлезли у пастух хоть раз. Хорошие кони у нас. Mm-hmm. Хорошие. Сейчас через неделю они какие будут толстые. Видишь, Иванович, как хорошо ходят кони. А ты переживал. Все. Сезон открыт, пальпочный у нас. Гуляется хороший конь. Ветки со дня на день жеребится. Там у меня жеребные кобылы в другом месте стоят. Ну, уже жеребятами. Я их потом сюда приведу. Никуда не бегут. Ходят. Сейчас уже пса еще выпустим. Что у нас один стоять.